Привет, друзья! Вы на канале «Взрыв мозга» и сегодня я вам покажу 10 товаров, на которых вы сможете заработать много денег. Поэтому не переключайтесь, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии и поехали! Ну что ж, перейдем к нашим товарам. Первый у нас в списке – это антистресс Pop-It. Наверняка вы уже видели где-то этот товар, и он продается сейчас с огромным таким успехом, потому что делают люди по 100, по больше продаж в день. И сейчас очень выгодно продавать его оптом. Даже если вы ничего не хотите закупать, вы можете также продавать его оптом. Об этом я рассказываю в некоторых видео, можете посмотреть на мои другие видео. Еще один товар – это женская бритва, 3 в 1. Этот товар сейчас топ на Amazon, поэтому можете запросто продавать его и зарабатывать хорошие деньги. А это вообще супер-мега новинка. Это, представьте, шорты, которые, если вы обливаете водой, они меняют цвет. И это просто фантастика. Просто можете продавать и зарабатывать кучу денег. Наверняка очень многие не хотят завязывать шнурки. Это очень неприятная штука. А это магнитная. Магнитная застежка на шнурках. Я думаю, если вы предложите это людям, они скажут вам «да». Я продавал механический веник. Продавал все, что связано с уборкой. Это было CPI-сети и также был дропшиппинг. Поэтому, если вы будете продавать эту метлу, так сказать, то вы тоже не прогадаете. Мне кажется, это будет очень хороший вариант. Но сейчас уже заканчивается весна, будет лето, будут фрукты, овощи, люди будут их резать. Соответственно, необходимость есть в овощерезке. И этот товар, я думаю, пойдет с колоссальным успехом. Наверняка вы смотрели мое видео, где я заработал 8000 долларов на кошельке. И я очень люблю кошелек, это мой талисман сейчас стал. Если вы будете продавать вот этот кошелек, он сейчас топ на Amazon. Я думаю, у вас будет очень хороший результат. Ну, наушники — это вообще вечная тема. А сейчас придумали китайцы вот такие вот плоские наушники, беспроводные, которые легко могут заменить там сережку или так далее. Вот. Это тоже должно продаваться очень неплохо. Лето, жарко, прозрачные носки. Это очень даже неплохой такой вариант для того, чтобы объединить это, например, в набор и продавать его людям. Таким образом вы заработаете, учитывая, что здесь, наверное, маржа будет гораздо высокая, большая, вы заработаете много денег. Ну и, конечно же, это отбеливание зубов, куда же без него. Вот, все люди хотят, чтобы у них зубы были не желтые, никакие, а белые, белая, белоснежная улыбка. И, конечно, этот товар будет идти с колоссальным успехом. Обязательно попробуйте его продавать. Вы должны понимать, что таких товаров существует большое количество. И я собираюсь показывать вам вот хотя бы как каждую неделю или каждый месяц показывать 10 товаров самых таких актуальных, которые вы сможете продавать, зарабатывать на этом деньги. И вам не обязательно закупать их в Китае или ехать куда-то и вкладывать какие-то деньги. Вы можете также найти этот товар у себя в стране и продавать через дропшиппинг. Об этом есть у меня специальное видео, обязательно посмотрите. Также подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Если вам понравилось, обязательно напишите какой-то комментарий. Я все это читаю и буду вам отвечать. До новых встреч!